Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку, воздушный, темный шоколад. У нас с вами недавно был белый, а теперь черный. Здесь у нас 85 грамм. Да, ну давайте посмотрим, что здесь у нас. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. А тут такая девушка сидит и кушает шоколадки на облаке. Так, состав. Одна Е-добавка точно есть. Как запахло шоколадкой. Невозможно прям. Так, ну она выглядит обычная. Прямоугольнички. В принципе, это точно так же, как и был у нас белый шоколад. Какие шарики там надувные. Не дурные, как их там, пузырьки. Пузырьки, они даже блестят, смотрите. Они даже там разные. Большие, маленькие, малюсенькие. Вот в белом шоколаде это было не настолько заметно. А вот в черном прям, вау, смотрите, прям классно. Смотрите, как клево. Таких много, кстати, их много-много-много, прям очень много. Производитель не обманул. Здесь тоже у него, кстати, нарисовано, что у пузырьков просто очень прям много. И здесь тоже много. То есть тут хотя бы не обманули нас, что там не один, а не два. Ой, ну прям он это аж крошится, отпрыгивает. Так, ну и давайте его попробуем. Он, кстати, в руках у меня почти не тает. Это, наверное, я думаю, по-моему, это хорошо, насколько я помню. Пробуем. Давайте вот как бывает шоколад люкс. Вкусный-вкусный, как вот бабаевский. Вот похоже, кстати, по вкусу очень похоже. Но он такой воздушный, такой мягкий, такой нежно-сладкий, такой вкусный. После вкуса прям шикарное. Ощущение, ну да, как будто вот я съела прям вот бабаевский люкс или там вот, ну, что-то вот такое прям люксовый, дорогой-дорогой шоколад. По вкусу он вот такой вот кажется. Хотя, в принципе, он не такой уж и дорогой, по-моему. Но вкусный, прям вкус хороший. И самое главное, то, что он почти не тает в руках. То есть, насколько я помню, мы с вами пробовали шоколад разный. И тот шоколад, который дороже, он как раз не тает в руках. А который дешевле, он тает. Но у нас с вами, кстати, еще будут шоколадки очень дешевые на обзоре. Там мы тоже проверим это. Но очень вкусно, он прям нежно-сладкий, такой ароматный очень, прям такой шоколад-шоколад, прям вкусно, прям, ну, блин, безумно вкусно. Его, ну, знаете, вот его реально приятно кушать. Никогда бы не подумал, там какая-то обычная марка и просто название воздушный. То есть, в принципе, даже у них другого названия здесь и нету, просто воздушный. А, как-то такой он, кажется, что... Ну и на вид, в принципе, по упаковке кажется, что он какой-то просто дешевый шоколад. А на вкус, блин, вкусно. Реально вкусно. Давайте еще одну попробуем. Может быть, я сейчас что-нибудь еще раз пробую. Его, когда начинаешь жевать, он распадается на мелкие кусочки по всему рту. И жуешь сразу всеми зубами этот шоколад. Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. Честно говоря, я даже не думала, что это настолько вкусно. Как бы, да, я его пробовала очень много-много-много лет назад, но я даже не помню. Но это вкусно, реально, его можно подарить. Скорее всего, даже, знаете, подарить любителям воздушного шоколада, именно вот такого. Потому что, насколько я знаю, он не всем нравится. И его
редко покупают, и, по-моему, даже он есть не во всех магазинах. Вот. Ну, мама у меня его прям очень-очень любит, обожает просто. Очень вкусный, такой в меру сладкий, не приторный, как Милка. А такой в меру прям, блин, вкусный. Его можно реально подарить. Я, честно говоря, я просто в восторге, насколько он вкусный. Мне безумно он просто понравился. И, кстати, жуется он очень хорошо, его буквально раскусываешь, как я говорила. И он просто распадается на мелкие кусочки. В принципе, даже его когда вот ломаешь, оп, вот видели? Он сразу распадается. Вот, ну, блин, классный шоколад. Очень понравился. На сегодня это все. Смотрите наши также другие ролики, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся. Также у нас есть обзоры. Обзоры на шоколадки. Их очень много. У меня целая коллекция обзоров на шоколадки Альпен Гольд, Милка. Сейчас вот мы с вами, кстати, следующее выйдет вот такая вот Милка. Также обзоры на другие продукты, разные вкусняшки, консервы, обзоры на продукты из Фикс Прайса, Победы, Светофора, из других магазинов. Очень-очень много. Обязательно зайдите, посмотрите. Также у меня еще есть обзоры на технику. И еще очень много всего интересного. Живопись, там фоны и все-все-все такое. Чтобы не пропустить мой ролик, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик. Вернее, нажмите на колокольчик, обязательно ставьте лайки. Пишите комментарий, понравился ли вам такой обзор на шоколадку или нет. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!